Три. Приветствую вас, друзья. Максим Шмырев, мастер спорта международного класса по настольному теннису, трехкратный чемпион мира по пинг-понгу, автор книги «Прошу к столу», которая недавно вышла в российский прокат, вице-президент Федерации настольного тенниса и президент Федерации по пинг-понгу. Получил восхитительное предложение встретиться с вами, рассказать о настольном теннисе и помочь вам узнать, что такое настоящий профессиональный спорт. Жду ваших интересных вопросов и готов об этом рассказывать и разговаривать с вами на нашей встрече.